Дайте мид, пацаны, здорово. Там дядя Федор. Я так ненавижу против тинкера играть. Еще и ласты груд, когда тебе вообще впадлу потеть. Поэтому возьму деда пожилого и буду вонять. Просто вонять нахуй. И вот уже Рудье пришел купать, понимаете? Даже не успел на мид прийти, уже рядовой Рудье на месте. Кстати, Рудье спиздил экспу у дяди Федора, поэтому у нас левел больше, чем у него, при том, что, видите, у него первый, а у меня второй, при том, что у меня 0 денаев. Давать гопники тупо в клипе, да? Отдали бы таким типам мобилу, только честно, пацаны. Но обычно, кстати, я когда во двор выхожу, такие типы разбегаются во все стороны, нахуй. Даже пивко оставляют на лавочках, понимаете? В панике, просто в панике, на приколе. Два меса подряд, мне можно лазер не давать, братан. Можно мне лазер, в принципе, не давать, я сам месану и 2, и 3, и 10, сколько надо, вообще похуй. Приветствую, сэр. Минус фейрик, за тупость. Отжал фейрик у клоуна. Ты что, бык? Я понять не могу. Крутит хуйню, видели? Тау-тау-тау-тау-тау! Черт старый, блядь, крутится он туда-сюда, блядь. Бля, сейчас меня выебут, придут. У меня чуйка. Надо гост в один. У меня дабла в миде. Так, пуч миде, пацаны. Новая школа! Знаете, как будто, блядь, звуки зоопарка, нахуй. Только седьмой апнул, у меня восьмой с половиной. Тау-тау-тау! Блять, Рудге уже тут. Тут как тут, нахуй. Я буду начинать. Черт, блять. Это твой хип-хоп, это твой хип-хоп, это рэп. Пригорел, проиграл. Хорош. Смотрите, показываю. Клоун. Держи лошадку. Катайтесь на лошадке, пацаны. Спасибо, говорит, за лошадку. Хуёвый из тебя рыбак, брат, блядь. Ты шо, нахуй, на приколе. Хотите ультану фуджа ультом фуджа? По приколу чисто. Смотрите. Не ультанул. Я вообще хотел ультануть, но он не стал меня ультовать, застал. Я не понимаю, а как, вот скажите, как понять? Мы выигрываем или проигрываем? Вот честно, то есть счет не считается. По счету нельзя понять, счет это хуйня. Короче, похуй. Ну я заебался просто с косой, блядь, уже. Ходить там, Бэйн, вы видели, что творил? Хотел от косы спасти, ебать. Проверяй, спас. О, Акс без блинка, мой любимый тип людей. Извиняюсь. Как бы, знаете, ебало закрыл, базарить не буду, красавчик. Zero questions, нахуй. Давай, одну пизду. Хорош. Щекотка пошла. Шамана щекотали сейчас. Но я лоту сдал Аксу. Там еще раз Аксу лоту. Тут как бы до свидания. Вот тут 5 врагов, а нас здесь четверо на X-лет хуярит. Ну опять же. Ой, я все агрессивный. Ебать, легко нахуй забайтил. Клоунов. Замедляю чисто. Чисто замедление вторым скиллом, все видели. На скилле. Как обычно, понимаешь? Придется косу давать, не спать умирать. Пусть он уже поебал на ровном месте, кстати. Ебать, я только что урту забайтил на смерть. Он, во-первых, умрет, во-вторых, он умрет еще раз, возможно.
блин. А, стики нажал нормально, успел. Нормальный размен получается. В принципе, то, что я умер, 500 золота Тинкеру обидно, но Урсу дважды убили. Здоровая усатая вафля, чекай, что ли 200 ПТС играешь, лоу ПТС игрок, как там кондиционер? А? А? Что ты несешь, ебанутый? Какой нахуй кондиционер, блядь? Спасибо, донат, что ты буровишь, лоу, блядь, что это, вы видите, хуйня происходит? Блядь, анлаки небольшие, уста устражала, не повезло. Нормально, замедляю, блядь, пушку попал. Нормально, изи файт. Сижу, бухал вискарь. Так. Заебала жена, ага. Идеально, но для семьи, не для мужика. Любовницу не хочу. Какие у тебя планы на будущее? Есть кто-то на пост, Джон? И как планируешь пенсию? Дальше пердеть на стриме. Блять, братан, вот честно, у меня когда такие вопросы, ну, я не знаю, ты по идее серьезно спрашиваешь, да? Я просто не понимаю, почему человека, ну типа, вот понимаешь, мне как бы, ладно, мне сейчас было там 45 лет где-то, да, это еще и то это было бы как-то странно, просто мне 29 лет, ты у меня спрашиваешь, как я планирую пенсию и какие планы. Братан, у меня в жизни план один, завтра проснуться, а дальше будет видно. Вот, то есть я нихуя не планирую и тебе не советую, потому что будешь расстраиваться. Вот, жизнь она такая. А по поводу пенсии, братан, какая нахуй пенсия? Мне 29 лет. Я не факт, что доживу до 40, блядь. То есть, как бы, вообще никаких планов на пенсию нет. Есть план просто жить и все, понимаешь? Получать какое-то удовольствие от жизни, как-то, где-то, чем-то, где-то, опять же, не знаю, что и как. Просто жить по накатанным. Вот и все. Что такое пенсия? Опять же, давай так. Пенсия — это привязка к возрасту или пенсия... Опять же, я не работаю, чтобы у меня пенсии никакой не будет, если ты об этом. Если ты имеешь в виду, что я буду делать на старости лет, то вопрос, со скольки лет старость. Если ты имеешь в виду, там, в 50 плюс лет, я понятия не имею, братан. Не факт, что я буду жить в 50 лет. Кто его знает, нахуй, что будет дальше. Поэтому об этом думать даже я не вижу смысла. Так, Голонара вырубил. Блядь, укрутился. Бля, Тинкер, конечно, это пиздец. Персонаж. Вот честно говорю, и баланс еще тот. Нормально мы их разъебали. Четверых убили, учитывая, что уца дважды сдох. Бля, Тинкер, какая же это имба, это пиздец вообще. Меня бесит Тинкер. Я его баню, вот я сейчас даже, если вы заметили, я минера даже в бан не кидаю. Я баню Тинкера в каждой игре, потому что это пиздец. Это самый имбалансный герой этого патча. В паблике, опять же, есть важное уточнение, в паблике. То есть, понятное дело, что там на интернешнале это совсем другое. Но в паблике это имба пиздец. То есть, если ты не берешь героя, который его контрит, условно там какого-то Зевса или Шторма или Спектру или всех вместе, то тебе пизда, скорее всего. Да, дядю Федора поймали. Какие, в 3 ебала, Федор. Ну, за меня какие-то потные типы, давайте будем честны. То есть я не видел давно, чтобы у меня тиммейты Тинкера ловили таким образом. Обычно у меня тиммейтам вообще похуй. Они такие, чё, кого, блядь, чисто пшик, нахуй, балтики, девяточки, нахуй, бук-бук-бук-бук-бук, блядь, полбаночки. И все, заебись у них. А тут, ебать, ловят Тинкера. Я в ахуе. Ебать. Ну, пизда. А мне? Ау! А мне пизда или нет? Клоун у всех... Это Пушева съел, да? Я понял, ебать. А что за рейндж? Как он его мог захавать на такой рейндж? Я дам ему пост. Ладно, стрель. Не обижайся. Это читак, ебать. Я пьяный просто. Блять, ну, блять, Найт захавает. Не, нам от Тинкера пизда. Как я и говорил, это ебаная еба, которая не конфликтна. Соло уебал, кстати. Аж байбекнулся этот инсайд. Аж байбекнулся. Пригорело. Лазерочек, блять, ракеточка, лазерочек, ракеточка. С аганимом все умирают. Ну такая вот хуйня. Развел. Там Бейн, я не могу посуду. Ебать, посмотрите, что с лазера происходит. То есть чувак дает лазер, и у меня пол ебала отлетает. Умри, умри, блядь! Умри, быдло! Оп. Я пошел. Только не хук, пожалуйста. Оп, хук ласка. Живи. Живи, живи. Ебать, куки летят. Там все в ахуе. Не буду пока гост нажимать. Термин не хватает.
перестрелка. Да, ну типа, видите, отпустили, опять же. То есть мы давили, но когда Тинкер покупает пару слотов, нашим пикам его не поймать. То есть у нас нет ни одного героя, который может поймать Тинкера, который блинкается каждую секунду по лесам. Поэтому закономерная ГГ. Кстати, Тинкер в пабе, last pick, вот как этот чувак сделал, это по сути easy win. То есть это жестче, чем Мипо, жестче, чем Бруда. То есть это сейчас, ну это типа имба патча официальная. Какой-то, я уже 1000 раз говорил, неадекватный чувак придумал этого Тинкера. То есть он ему еще раньше, он и раньше был имбой, так ему еще дали скилл. То есть ему сделали так, что ему тревела вообще не нужны теперь. И ему дали скилл, который, по сути, дает ему возможность блинкаться, даже если по тебе урон проходит. То есть, ну типа, блядь, что за хуйня. Так, и еще этот скилл можно на тиммейтов вешать. 50% сопротивления эффектам. То есть вопрос возникает, нахуя нужен омник? Вот просто нахуя в доте нужен омник, если есть Тинкер? То есть есть омник, у которого Heavenly Grace, да? А нахуй он нужен, если есть Тинкер, у которого Heavenly Grace без КД по всей команде? То есть типа как-то так. Ну мы еще не проебали, но это дело времени. Спим. Тихий час. Почти косу дал. Я только за. Я всегда баню Тинкер. Я тоже. Обычно Тинкер. Я тоже, только почему-то дота не дает его забанить. И есть вопрос. Какого героя ты считаешь сильнейшим Керри? Спасибо за донат, поэтому я тоже всегда баню Тинкера. То есть я раньше, до последнего патча, я всегда банил Минера, потому что Минер портит игру. Но Минер, знаешь, Минер он просто портит игру, а против Тинкера играть невозможно, потому что это ебучая имба. Может быть трон попробуем? Троны, maybe? У нас змеи есть, у Тинкера нет бэка, может быть змей поставим, не? Я танкую как бы, нормально все. Змей поставь, брат, вард, блин. Блять, он сейчас сдохнет, они все кончили. Вы понимаете, что мы проебали за шамана сейчас? То есть я мог спокойно ставить. Змей. У меня боец без байбека. Ебать, стелет. Ебать, перечитал нахуй на изи. Все слышали. Бля, файт на миде. Хороший или плохой? Как это? Лю. Да, можно перестать меня накидывать эту хуйню? Я всю драку в сайдинге и в сличу. Ну, Тинкера если не ловим, то ГГ. Как оно произошло. А, он еще и скиксон ебал. Тинкер, бойс. Не, к сожалению, не Тинкер нахуй. То есть надо было как-то... Я вообще, если честно, думал, что драка начнется с того, что мы как-то будем Тинкера ловить. Ну, типа, я специально блинк купил в надежде, что Найк сядет в Акса, нажмут смоук. И мы как-то поймаем Тинкера. В итоге получилось так, что у меня Найкс с Аксом напали на... Блять, на кого? Тут был Пудж Баланар, они гнались за Линой. То есть у меня Найкс плюс Акс напали на Урсуса Йеннисом, получается. Напали на Урсуса Йеннисом, и из-за этого, как бы, очевидно, ГГ. Потому что Тинкер не фокусится, Бейн стоит сзади. Ну что, go last fight, guys. Хули, бояться. Удачи. Вы видели? Пусть меня не видит, я просто... О, кстати, я Тинкер опустился. Там еще купили этот самый, нахуй. Блять, ну лайфер, чтобы снимать меня. Блять, ты заебал рандомить купили. Чувак просто на рандоме два хука дает. Первый просто дает темноту, и я блинкаюсь в этот момент. Второй тоже, не глядя, нахуй. Ну тут на самом деле в любом случае пофигу, тут уже пацаны АФК, но... Удача даже тут подъехала. Оп, не знаю. Опа, Тинкера поймал. Хуярки, бля, пуш пьет. У них же еще куча сейва, то есть пуш хавает Тинкера, убегает, понимаете? То есть, типа, как минимум. Курса? Хорошо. Вот тут он змеи ставит. Я жарю Урса руинер, типа, ну, что делает Урса, я тоже не понимаю. Чувак просто хуйней занимается. Можем на Рошана пойти. Но опять же, то, что они без Урсы, и как показала практика, им Урса нахуй не нужна. Плюс там байбек, скорее всего, есть. Там Тинкер соло убивает, если его не фокусить, он просто крутит хуйню, хексит, и ладно, надо фокусить. Вот, как его поймать, пацаны? Кто-нибудь знает, как Тинкера можно поймать, блядь? Вот так вот, разве что.
Я сразу дал косу, блядь, он пуш захавал. А где Найк? А, Найк уже в таверне. Ну тогда ладно, я предлагаю съебаться отсюда в страхе, например. Как вам идея, пацаны? Съебаться в страхе, ну не дадут. Страх слишком сладкий, съебаться. Ну я пытался заполнить Тинкера вместе с Арсом, но даже косу дал. Я же говорю, и Мурса нахуй не нужна, чтобы разъебывать. То есть, по сути, Тинкер всех убивает. Там всех Тинкер убил, да? Ну, там Баланар танкует, а Тинкер крутит свою хуйню. Мурса там чисто пятый лишний. О, смотрите, персонаж, блядь. Рак, блядь. Хорош. Так там еще пуш, который сейвит. Я же совсем забыл. То есть, проблема даже не в том, чтобы Тинкера поймать. Даже если ты Тинкера как-то ловишь, его пуш съедает. И все. Интересно, успеем воскреснуть или нет? Если Урса там не бьет Рошана сейчас, потому что зная... А, он в таверне до сих пор тогда бой. Нет, они все равно снесут. Урса сейчас просто должен продать какую-нибудь хуйню, купить травела, прилететь на крипа и сломать. Потому что у нас, ну, 20 секунд, и 20 секунд это два игрока. По идее, должны. Вот так, бэк-бэк, ну, сейчас врыв надежды будет. Но, да, БКБ есть, можно ворваться, но нет. Спасибо за игру, пацаны, не лайк.